ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что ждет нас в продолжении зимней истории, какую одежду нам добавили, ну а также посмотрим салютик и поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что поустраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Все абсолютно нововведения у нас присутствуют в деревушке Санты, так что отправляемся туда на санях. С самого начала нас ждет новинка. Это салютики, а также волшебные фонари. Здесь появился магазинчик с фонарями. Они стоят либо 2 СК, либо 18 шиллингов. Есть обычные разных оттенков, а также 2 с узорами. Они позволяют вам запустить себя в небо, и вы можете посмотреть и любоваться, как ваш фонарик с желанием улетает в небо, чтобы оно смогло исполниться. Также появилась лавка с фейерверками, всеми доступными, которые добавляются практически на каждый праздник. Так что побегайте и запускайте салютики. Место запуска, кстати, находится здесь же, на этом холме, на въезде в деревушку Санты. Также запуск фонариков появился на замерзшем озере рядом с пингвинчиками за плацем. Катаясь по деревушке, можно найти тусовочку прямо за плацем и за конюшнями. Здесь и расположилась наша новогодняя вечеринка с диджей Кай, эльфами, салютиками, а также мини-рестораном. Возможно, некоторые сеты одежды вы потеряли в магазинах и никак не могли понять, где же они и когда их вернут разработчики. Так вот, в данном магазинчике дискотеки и находятся потерянные сеты. К примеру, вот этот, я знаю, многие разыскивали. И добавление нового сета амуниции и одежды. Это некий зимний морозный комплект фантазии. Он выглядит очень необычно. Если нагавки и перчатки выглядят как будто посыпанные снегом вместе с шапочкой, то платье и кофта вовсе как будто состоят из блесток или страз. И смотрится он очень необычно, но при этом очень-очень круто. Так что, если вам заинтересовал этот комплект, приезжайте на дискотеку, отдохните и заодно купите себе все, что захочется. С момента первого выхода зимней деревушки дискотека очень сильно изменилась. Сейчас она выглядит совершенно по-другому. Появилось специальное место для лошадей, а также костер для вечерних сказок, место на танцполе с диджеем, кафешка, ну и просто место, где можно немножечко погулять и повеселиться. Ну а также недалеко от вечеринки, если проехать мимо двух кустиков с фейерверками по заснеженной, но освещенной свечами дороге, вы можете найти самое главное место для фейерверков. Здесь ведется отчет до каждого салюта. Здесь тоже стоит торговец, ну а также очень уютное место для того, чтобы насладиться красивыми видами салютиков. А также вышло продолжение заданий, связанных с охотой на снежного человека. Так что собирайся, одевайся потеплее, беги к Скотту и начинай веселое приключение. Ну а на следующей неделе нас ждет последняя, 5-я глава наших зимних каникул. Она называется «Последний снег». Так что ждем следующей недели, посмотрим, что же там добавит. Ну и будем уже прощаться со снегом. Так что осталось 2 недели наслаждения всей этой зимней красотой. Ну а дальше придет весна. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. А я пойду вспоминать, как проходил мой первый стрим несколько лет назад именно на зимней дискотеке.